Всем привет, меня зовут Адар, и... И сегодня мы продолжаем играть в игру Don't Starve. Такая... Это божественная игру, где я граблю могилы. У меня есть рюкзак. Козел. Оно вроде... Оно этот... Он там что-то делает. Голд все быстрее там тратить. Кстати, мне еда нужна. О, блин, мне кажется... О, ёпта. Чё? Я и не знал, что я их хаосить. Играешь себе такой, играешь и есть захотел. И умер потом. Ну, деревья сейчас сажают. Ну, окей, больше еды. Больше нет еды. А, есть еще. Надо идти еду искать, опять. Слышишь? Иди, я пока. Я наукой занимаюсь, отстань. Шли еду и пошли еду искать. Иди ищи еду, я наукой занимаюсь. Ты сделал себе рюкзак, ты козел. Уходи. Я буду рубить маленькие деревья. Да. Там идет шляпа. Нужно 12 травы. Трава нужна. А здесь вещи так не исчезают, да, вроде? Вроде да. Да, надо их лучше там и бросать, эти вещи. Вокруг лагеря. Я сделал новую машину какую-то для Alchemy Engine. О, свинюшка. Здесь проблема с свинячьей деревней. Или здесь свинья это одна живет. По-моему, здесь свинья. Надо ей мясо дать, короче, она будет за нас воевать. Надо ей поебал дать. Ну это тоже если хочешь. Нет, оно... Ну, в принципе, одна можно ее убить. Она что-нибудь дропает там? Мясо, наверное. Да. О, нет, я траву могу собирать. Да что, я убью ее? Тут же нет там здесь еще таких свиней. Ну, если, надо, если будут, то где капец. Дроп. Дроп. Я надеюсь, наше золото не украдут, пока мы будем в отъезде. Так. Нижний бой. Она немножко сильно намажет меня на самом деле. Дыря полез сюда. Бегу. Так. Флинт. Ай, она меня убила. Я теперь призрак. Как мне теперь тебя риснуть, я забыл. Какая-то фигня там. Telltale Heart. Spider Gland мне нужна и трава. Зачем ты полез? Как ты теперь не риснешься же? Сейчас мы попробуем тебя риснуть. Как-нибудь. Косяк, у меня призрак на хвосте. Где ты умер хотя бы? Я даже не знаю. Видишь меня? Вот, посмотри там по карте. Нет, не показывай уже на карте себя, ты же умер. Да блин. You are dead, not a big surprise. Да. Ну вот здесь свинячий такой этой будки. Big house. О, вон ты бомж. Да. Stay away. Убей свинью за меня. Отомсти за меня, да? Да. Давай отомстим. Убежал от меня. Hello. А, ты можешь призрак хаунтить, короче, и он загорится может. Это призрак этого убить? Я могу там призрак убить? Нет. На этом серия заканчивается, называется. Да и серия летсплей, походу. Злой призрак. Нет, драться вообще не умею я. А, да, я у тебя вон в углу вижу эту метку твоего призрака. Я, короче, свинячий дом уничтожил, он кучу какого-то фигни дропнул в дом его. Я призрак убил, я убийца призрак, я охотник за привидениями. Свинья превратилась в хрен знает кого. Оборотня. Давай, хаунти его. Беги! Хаунти его. Она не мой, я могу только ходить только к нему, я не могу хаунти его. Пикскин. Эй, пофиг на меня. Stupid bastard. Мне нужно найти паучье логово, паука убить, короче. Чтоб тебя... Блин, день четвертый. У тебя еда была, смотрю. Не еда была? У меня не было еды. Была. Я нашел тебе ягоды. Но я все твое говно забрал, сейчас я пойду искать. Ага, долго я искать не буду, наверное.
Надо найти паучье гнездо, короче, мне. Чтоб тебя... Ну, ищи давай, давай, ищи быстро. Чтоб тебя спасти, но день уже тут к концу идет. Вот факел бы сделать. Лидер. Пошли за мной, придурок. Лучше летай и ищи где-нибудь паучье гнездо. Хоть какая-то от тебя польза будет. Разве тут паучье гнездо нужно? М? Разве только паучье гнездо можно с помощью только этого, этой херни можно? Тел-тел, ой, там, да, паучья какая-то фигня нужна. Может, сюда что-то? Не ходи, кстати, рядом со мной, ты меня с ума сводишь. В смысле? В прямом. У меня такой значок призрака. Что такое? Чё, это я сделал. То есть у тебя типа это, стамина что ли, тратится или что? Ну, моя, этот, сумасшедшность. Уйди отсюда, не, под, не подожги, иди ищи, где паучье гнездо есть. Тут, блин, всё темно, нифига не вижу вообще. Ну, похоже, ты призрак. Логично, блин. Тут темно. Ах, как хорошо в лагере сидеть. Очень прекрасно. Рейзер. Нет, мне не нужен рейзер пока. Иди отсюда, бомж. Нету, нету у меня еды. Что это поставил? Это пачка? Это стены. Иди, ищи. Да нет, тут плохой призрак. Хреновый призрак. Так, все. Я от голода сдох, то скоро, видимо. О, я воскресил призрака! Воскресил призрака? Я его из могилы достал. Молодец. Надеюсь, он меня преследовать не будет. Так. Он меня преследует. Ну это хорошо, ты его к лагерю не веди. Я уже на пути. Шутка. Я даже не понял, что ты сказал. Я говорю то, что я уже был на пути к лагерю. С этим призраком. Ну забей, короче. Ладно. Так. Я вообще какой-то фигней занимаюсь. Да вообще толку нет. Да я не знаю. Ой, лед нашел. Лед? Да. У меня кирки только с собой нет. Может, я смогу добыть льда немного. Я добываю лед. Я нашел алтарь. Я съел. Я нашел алтарь, я воскресился. Прекрасно. А я нашел червоточину. О! А, меч призрак убьет опять. Я призрака победил один на один. Все это видели. Успокойся, я нашел алтарь свиньи, короче, какой-то. Ну я тоже там был, думал, это алтарь свиньи. А, это ты тут риснулся, что ли? Да. А, ты там сзади меня, что ли, бегаешь? Да, я через... А, не, подожди. Если ты до сюда прям дошел, то да. Алтарь свиньи. Ну я не знаю, как он называется, мы будем называть его по-своему, не как настоящие профессионалы. Алтарь свиньи, он воскрешает. Вы помните? Да. Так. У меня стамина нарушена, надо цветы собирать. Но цветов нигде нету. Что, кто их собрал? Не знаю кто.
Нужно, короче, это жареной еды больше. Я сдох! Из-за чего? А, ты грибок сел какой-то? Неправильно. Нельзя опять. Тут какие-то призраки бегают, не знаю, тень какая-то бегает. Косяк твой. Ты вообще все испортил. Сука, блядь. Жаба. Убей ее. Она мягкая. Ау! Больно, она из меня предметы вытягивает. Сюда пофиг, будем бороться до конца. Ноги гагухи. А, мы их сидим, пожарим. Зачем пик скин, не знаю, нужен. Так, что мне выкинуть? Что у нас не нужно? Вот один катстон уж не помешает. О, иди отсюда. Блин! Ты что тут делаешь? Я выживаю. В отличие от тебя. Я вижу призрачное животное. Тень какую-то. Она, ну, да, тоже я вижу. Она тебя убила, да, значит? Нет. Лягуха ушла. Блин, а где наш дом-то? Да, надо двигаться вот так. И быстро. Призрак вонючки. Там, короче, червоточина есть в одном месте. Иди отсюда! Ты меня с ума сводишь опять. Помимо того, что он плохой человек, он еще плохой призрак. Так, надо до лагеря идти. Вот и лагерь. Ура! Так, мы порубим немного дерева. We're gonna do some chop-chop, mate. Бум. Так. Cook some carrots. Добро пожаловать в выживание с Биром Грилзом. Что? Ну, я Бир Грилз, я выживаю. А ты нет? Я дисконнектился, потому что что-то произошло. Лол. Ну, на этом можно и закрутить Нет. Ведь что он хочет, он умер и хочет закончить. Нет, ты заходишь на сер. А ты не рисуешь, если зайдешь? За новый, типа, за новый персонаж. А. Подожди, у меня сейчас костюм, походу. Нет. Слушай, я сейчас, походу, вылечу вообще из скайпа. А, нет, не вы... Странно. Не, понимаешь, у меня показал значок, то, что у меня нет, вообще, то, что у меня нет, как это, вылетел. Место мы по скайпу болгаем. Что? Ну это такая интересная магия. Магия интернет. Да. Магия Ростелекома. Самого лучшего. Мы не спонсоры. Да. Connection to Clay failed. Сука. Как же хорошо я живу, у меня все так хорошо. Я живу. Я сейчас зайду на север призраком. Вонючки. Я тебя с ума сойду, я вообще сожгу весь твой лагерь, все. Я тебя найду и убью. Найду способ, как убить призрака. Так. Он не хочет, я не могу к тебе зайти, блядь, присоединиться к игре. Я сложу свои листышки. Прямо вещи катают. Не ори ты. Не ору я. Хватит петь своего баскова. Я буду петь эту песню. У меня, по-моему, вылетел. Нет, мне показалось. Зато у меня полетел. Нет. Мы не закончим на этом.
Все же хотят, чтобы эпизод не заканчивался. Я зашел, короче, я сейчас тут летаю везде. Ну ищи как лиснуться. Ищу. Ну ты же там как-то риснулся или уже нельзя там? Уже нельзя. Один раз только можно. Я буду искать Telltale Heart. Ну, как... Не буду искать, как его звать, а буду искать... Как этот... Ну ты понял, да? Да, я все понял. Я прекрасно все понял. Да. Я вообще все понял. Продолжаем искать... Пауков. Да не обязательно пауков искать, в алтарь найти можно. Ну если я алтарь найду, скажу тебе, буду кричать. Ой, алтарь нашел. Прям так. Не лопат. Ира! Че? Че? У меня есть броня. I'm a real man. Так. Странные звуки. Это я сделаю. Нет, тут я вообще на фоновые звуки в игре какие-то. Бой какой-то. Я не знаю, я ищу, где бы посрать. Молодец. Ну, вон там море большое есть, залезь и посри. Будьте зеленый слоник. Так. Я создал злой цветок. У нас будет сегодня прогресс какой-нибудь? Или нет? Нет. У нас никогда никакого прогресса не будет. Я не закончу, пока ты не риснешься. Да, я вообще, я сам свалю. Опять этот твой труп нашел. А что ты ходишь возле моего трупа? Ну я случайно. Случайно так взял, возле моего трупа прошел два раза. Наступил ему череп снова. Да. Ничего такого. Лед! А его на самом. Я нашел, по-моему, то место, где мы ломали деревья. Молодец. Я не могу. А, вот портал. Да, поел. Откуда мы начинали? Наш путь. Я тебе призрак вижу. Призрак червяка. Там дофига что видишь, смотри. Так, опять? Что, точно это та же или новая? Опять дисконнект? Что за херня? Конец! Я закончил снимать. Молодец. Он закончит снимать. Все, мне уже надоела эта игра, но мне зачем делать. Все, тихо. Как я понял, у нас прогресса никакого не будет, поэтому... Мы закончим. Летсплей закончен. Нет, мы просто начнем все сначала. Итак, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся с вами в следующем эпизоде. Пока!